Меня зовут Савельева Татьяна. Это видео на конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение, которое я буду читать, я его написала сама. Оно называется «Ох, если бы я знала». И дни мои на этом сочтены. Хочу тебе сказать прости за то, что в школе двойки получала, что химию я плохо знала. Но кто же знал, что больной я буду навсегда? Но кто же знал, что болезнь моя смертельна? Но кто же знал, что кончится все так? Зачем жила, зачем страдала? Зачем тебя я раздражала? Ух, если бы я знала, мама, как много не успели мы с тобой. Сказать тебе прости я не успела и не успею никогда. Но кто же знал, что раком я больна? Я знаю, ты старалась, но и я не отдыхала. Ты любила кофе вкусный со сливками на завтрак, а я все помню смех твой заливной, как будто пение птичек, как будто день воскресный. О, как я тебя любила! Ты просто знай, что мы непобедимы, когда мы вместе.